Добрый день, мои дорогие овны. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю с 26 июня по 2 июля. Вот сейчас посмотрим, что вам принесет эта неделя. Я смотрю, всем понравилось то, что я беру одну карту, какая возможность будет перед вами открыта на этой неделе. И таким образом я буду продолжать. Вижу, что подписчикам понравилось. Значит, я буду так делать на дальнейшее. Да? Итак, мои дорогие овны, я смотрю, какая будет открыта возможность перед моими дорогими овнами на неделю с 26 июня по 2 июля. А вы шагнете в новое. Вот вы шагнете в новое. Перед вами будет какая-то возможность открыта совершенно чему-то новому. Все ключи будут у вас. У кого-то что-то связанное будет с детьми. Дети за детей. Вот какая-то новая возможность. Куда-то можешь поехать. Но это хорошо. Это все хорошо. Но начало нового перед вами открыто будет. Это однозначно. Вот какой-то новый этап. Не все, но многие овны, видать, захотят поехать на другую сторону, как я говорю, знаете, и глазом не моргнете. Все, вот собрались и поехали. Но это хорошо, то есть на этой неделе это будет перед вами открыто. Вот, предложено, открыто. Значит, эта неделя для вас будет очень хорошая в этом плане. Так же самое, многие умные узнают, кто находится в детородном возрасте, что у вас будет скоро ребенок, или будете как-то оговаривать это все. Так, итак, мои дорогие овны, теперь смотрю по сферам для вас на эту неделю. Начало недели, середина, конец. Так, в начале недели вышли сами вы. Много активности у вас будет на этой неделе, вот и поэтому такая возможность перед вами открыта, очень хорошая. Еще взаимодействие с какой-то женщиной. Середина недели, мужчина за мужчину. И так же самое, деньги. Каким-то образом деньги крутятся с этим мужчиной. Этот мужчина может вам предлагать вложить что-то на этой неделе. Эта неделя хорошая для вкладов. В конце недели какая-то ситуация, зависшая ни туда, ни сюда. У каждого свое, так как расклад общий. И еще не у всех, но многие, овны мои дорогие, вам придется чем-то пожертвовать ради кого-то. Да? То есть от себя, как я говорю, оторвать, кому-то отдать. Да? Но это будет ваш целенаправленный такой выбор. Вас никто не заставляет. Это, ну, вот вы сами это решите сделать. Итак, теперь смотрю, что у моих дорогих овнов по работе на этой неделе. Мои дорогие овны, смотрите по работе, будьте внимательны. Идут обманы, да, вас захотят обмануть, как-то обхитрить. Так же самое по работе, за работу прислушайтесь своей интуиции на этой неделе. Вещи сон можете увидеть, что касается с работой. Как-то Господь Бог вам, ну, какой-то знак даст. Обращайте на это внимание. По работе еще у многих, как работа в тайне, теневые какие-то моменты идут. Вот, по финансам для моих дорогих овнов. Не унывайте. Не унывайте, ресурс у вас будет. Господь Бог вам дает. Старайтесь это замечать. А вы настолько по финансам опустили руки, вот такое у вас состояние. Не хочу, не буду, надоело, задолбало. Вот и поэтому в конце недели ситуация зависшая, ни туда, ни сюда, застой. Видать, это все вот с денежкой у вас связано. Но, я еще раз повторю, ресурс будет. Замечайте его. Так, по здоровью для моих дорогих овнов. Здоровье хорошее. Еще кто-то, и не все, но многие будут куда-то ехать, вот в какое-то оздоровительное место, там, где люди улучшают свое здоровье. То есть по здоровью хорошо. Идет еще поездка, но поездка хорошая. Так, личная жизнь для моих дорогих овнов. Так, личная жизнь. Те, кто девушки, женщины, находится без пары, у вас будет возможность познакомиться. Вот у вас идет поездка хорошая, вы где-то едете, да, и вы там можете встретить мужчину, женщину, девушку, парня, да. Те, кто в паре, у вас все активно, все хорошо, все нормально на этой неделе. Социум для моих дорогих овнов.
Ну, в социуме, как я говорю, вы будете делать чистку рядов. Социум – это огромное количество людей, которые нас окружают, с кем мы общаемся, да? То есть у вас идет как переход. Вы не захотите общаться с определенным, с теми, с кем вы общаетесь, да? Вы уже будете смотреть на новый горизонт. Какие-то новые люди вам будут попадаться. Ну, вот так вот. Так, совет моим дорогим овнам на эту неделю. Занимайтесь работой. У вас по работе хорошо будет. Занимайтесь работой, оттачивайте свое мастерство, показывайте, какой вы мастер, какой вы специалист. Ну, вам совет вышел, работа, занимайтесь работой, покажите. Видать, какие-то предложения у вас будут, вот возможность перед вами открыта, новое что-то, да, покажите, какой вы специалист, да. Мужчина идет, мужчина за мужчину, середина недели, вот это все у вас крутится. И я всегда говорю, расклад общий, помню, об этом не забываем. Видать, этот мужчина что-то вам предложит. Покажите, какой вы мастер своей работы. Так, чего не стоит делать моим дорогим овнам на этой неделе? Кто-то у вас будет просить помощи, любой. Финансовой, там, продуктовой, еще какой-то. На этой неделе вам это делать не надо. Ну, значит, не надо вам на этой неделе это делать. Вот. Вот так, мои дорогие овны. И чем порадует моих дорогих овнов эта неделя? У вас в отношениях все будет хорошо. Те, кто в паре, у вас еще будет лучше. Да? Как-то по-новому заиграют ваши краски в отношениях. Да? Это хорошо. А те, кто долго не могли встретить, познакомиться, да, у вас будет очень хорошая возможность познакомиться с другим человеком. И одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих овнов. Так, сюрпризы, подарки какие-то вас ждут. Вы этого не ожидаете, но очень хорошие. Так, и одна карта из колоды Ленорман для моих дорогих овнов. Вот, мои дорогие овны, перед вами открывается очень хорошая возможность. Новое что-то, связанное с финансами, с работой. Пожалуйста, внедряйте, обращайте внимание. У каждого будет свое. Еще раз повторяю, расклад общий, он не может проигрываться у всех одинаково, да? Но все равно какие-то моменты у каждого будут, да? Вот, так что, мои дорогие овны, не упускайте вот эту возможность, которая будет перед вами открыта. Неделя очень хорошая, растущая луны, да? Все, что вы внедрите, оно вам будет идти в рост, в прибыль. Вот, но не в убыль. Итак, мои дорогие овны, я сделала для вас расклад на неделю с 26 июня по 2 июля. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия, успехов. А вам, мои дорогие овны, не пропустите вот эту возможность, связанную с работой. Вот. С уважением ко всем вам, ваша Аза Таро. До свидания.